железная игра. Было тяжело, конечно, для меня, для Grzegorza. Мы только два дня назад приехали в команду. Сегодня Grzegorz полный матч отыграл, я 80 минут. Есть над чем работать. Самое главное, что без трав. Я думаю, что к следующей игре будет лучше. Тренер дал отдохнуть 8 дней, так что хватило с семьей побыть, чуть съездить на море, отдохнуть и вернуться. И готовиться к следующему сезону. Мало времени, конечно, но я думаю, что мы успеем. Команда хорошие сборы прошла, так что думаю, что к Суперкубку и чемпионату будем готовы на 100%. Я думаю, первый тайм лучше сыграли, хорошо контролировали мяч в центре поля, создавали опасные моменты. Много ошибок, просто таких простых ошибок делали. И можно сказать, что сами себе два гола привезли. А так, есть плюсы, есть минусы, есть над чем работать. Так что это контрольный матч только, но всегда хотим победить. Сегодня не удалось, но я думаю, что ничего страшного. Завтра следующая тренировка, скоро матч новый. Готовимся к Суперкубку.